Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Kubot Tab 10. И сейчас я покажу вам, как узнать номер IMEI, а также серийный номер данного устройства. Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «О планшете». Здесь мы проходим немножечко вниз, видим здесь номер IMEI. Если мы нажмем на «Модель и аппаратное обеспечение», то увидим серийный номер устройства. Также мы можем сделать это, нажав на значок телефона, точнее войти в приложение телефона и ввести код звездочка решетка 06 решетка. И таким образом мы тоже узнаем номера IMEI и серийный номер. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.